Если бы мы путешествовали по долине Луары на велосипедах, то из Блуа направились бы в Амбуаз, а потом в Тур. В адаптированном, так сказать, формате, то есть с учетом погодных условий, мы сели сначала на поезд до города Тура, оставляя Амбуаз и окрестности напоследок как самое вкусное, ну и с надеждой на радикальное изменение погоды. И надо сказать, что она наконец порадовала. На выходе из поезда в Амбуазе нас встретило яркое солнце, а то, что было прохладно, даже и не важно, лишь бы дождя не было. Оставшееся время мы решили посвятить осмотру города, а с утра на велосипедах отправиться в тур вокруг Амбуаза. Этот старинный город, основанный графом Анжуйским, одно из прекраснейших мест на Луаре. А вообще в подобных нашему путешествиях неизбежно обращаешь внимание на закономерность. Самые красивые уголки Франции могли быть открыты кем угодно, но в итоге обязательно оказывались частью королевских владений. Прям как у нас, на самые лакомые куски всегда претендует кто-нибудь из аристократов. Королевским Амбуазский замок становится в начале 15 века, когда его отобрали у могущественного семейства Амбуазов. Грандиозные башни, внутри которых на лошади или повозки, а сейчас на автомобиле, как на многоэтажную парковку, можно подняться на плато, остались от короля VIII, того самого, который изображен в сериале «Борджиа» таким жабообразным придурком. Здесь, в Амбуазском замке, совсем молодой еще Карл VIII ударился головой о дверной косяк и умер. Великолепным общим видом замковой горы с любой стороны мы обязаны все тому же Карлу VIII, а также королю Франциску I, плодами деятельности которого уже восторгались в Блуа и Шамборе. Несмотря на то, что сохранилась лишь 1/8 всех построек, весь замковый комплекс, жемчужина архитектуры, и сейчас впечатляет гостей Амбуаза. Выдающиеся люди достойны выдающегося антуража. В разные годы в замке жили, останавливались или находились в заключении реальные виднейшие исторические деятели. Герои Шекспира и Дюма, а сейчас персонажи исторических фильмов и сериалов. Генрих II, Диана де Пуатье, Екатерина Медичи, Людовик XIV, Д'Артаньян, принц Канде, Фуке и многие-многие другие. При входе в музей замка всем выдают планшеты без дополнительной оплаты и залога, в которых и гиды, и схемы, иллюстрации и реконструкции. Направляя камеру планшета на помещение замка, можно с помощью дополненной реальности представить, как выглядели интерьеры 600 лет назад. Амбуаз и без того притягательное место для туристов, поклонников истории вообще и отдельных ее героев, поклонников средневековья и ренессанса, литературы и кино, архитектуры и живописи. Но то, что в Амбуазе провел последние годы жизни и покинул этот мир Леонардо да Винчи, один из величайших творцов Возрождения, совершенно парадоксально вписавшийся в нашу постмодернистскую эпоху и ставший иконой и современной массовой культуры, делает этот город действительно культовым. К великолепной капелле святого Губерта, приклеившейся к самому краешку обрыва, направляются все посетители Амбуазского замка, потому что здесь находится захоронение Леонардо. Все в интерьере выглядит очень стильно, романтично и дорого и аскетично одновременно, как и должно быть у гения. На самом деле да Винчи был похоронен в другом месте, на кладбище для знатных особ. Но в результате исторических потрясений, выпавших на Амбуаз, главным из которых была Великая Французская революция, могила была утеряна. Сейчас не исключено, что в часовне находятся останки совсем другого человека, а может быть и нескольких. Сейчас во времена массовых информационных манипуляций, когда всевозможные фейки с экранов дисплеев и телевизоров выдаются нам как правда, как истина, нам свойственно идеализировать прошлое. Кажется, что вся эта ерунда – изобретение современности. А здесь, например, в замке мы познакомились с популярнейшим сюжетом. Леонардо да Винчи, почтенный старец, великий, гениальный изобретатель и художник, умирает на руках у его покровителя, короля Франциска I. Этот сюжет полный драматизма, напряженности такой эмоциональной, был растиражирован невероятно в те годы. То есть, например, здесь присутствует как минимум несколько картин и гравюр с этим сюжетом, но в других замках мы видели подобные тоже. На самом деле ничего подобного не могло произойти за неимением Франциска вообще в этих краях в то время. В Амбуаз Леонардо да Винчи прибыл по приглашению как раз Франциска,
покровителя искусств и наук. Этот король был одним из двигателей французского возрождения, а также большим поклонником Италии, которую всю жизнь тщетно пытался завоевать. К тому времени Леонардо, по представлениям своей эпохи, глубокий старик, искал нового покровителя, как это делал всю жизнь, и, как считают, рассматривал не только европейских властителей, но и даже Стамбул. Гений часто менял места жительства и патронов, был человеком непонятным и сложным для даже свободной итальянской аристократии, не говоря уже о церкви. А как еще могло быть с деятелем, препарирующим трупы, проводившим сомнительные опыты, создающим адские машины, не имеющим семьи, вегетарианцам и левшой в придачу, и гомосексуалистам? Это, справедливости ради, не доказано. Однако, по мнению исследователей, Леонардо, по современным представлениям, типичный латентный нетрадиционал, всю жизнь скрывающий свою личную жизнь. Так что предложение французского короля, обожавшего да Винчи, было весьма кстати. Со стен замка открывается потрясающий вид на старинный город, улочки, бесчисленные рестораны. Люди греются на открытых площадках в лучах весеннего солнца. После осмотра комплекса королевского замка все направляются к шато Клолюсе, где, собственно, и жил Леонардо да Винчи в Амбуазе. По дороге мы рассматриваем аппараты многочисленных байкеров, катающихся по долине Луары в солнечный уикенд. Также на средневековом байке Мули в 1516 году в Амбуаз прибыл и Леонардо. В багаже с ним следовали бесценные архивы и некоторые картины, в том числе «Мона Лиза». В скалистом обрыве замкового плато расположились вырубленные в горе квартиры и гостиницы. Возле Клолюсе всегда оживленно. В любое время суток и года сюда приезжают особы, завороженные личностью маэстро. И, конечно, его образом в многочисленных произведениях, а также просто любопытствующие туристы. Для начала осмотра дома-музея посетителям предлагают подъем по крутейшей узкой винтовой лестнице, с которым наверняка справляются не все. Слушай, ты помещаешься вообще тут? Вот я как раз помещаюсь, но я думаю, что на лестнице не все могут поместиться. А я в области живота уже застрял почти. А нет. Этот замок, принадлежавший французским королям, был отдан Леонардо в безраздельное пользование вместе с 700 икю в год. Интересно, что несмотря на почтенный возраст, полтысячелетия смотрится Клолюсе совершенно современно и вполне мог бы затеряться среди замков Рублевки или Конча-Заспы. А внутри все время ловишь себя на мысли, что находишься в одном из наших модных ресторанов в стиле лофт, винтаж или что-нибудь в подобном постмодернистском роде. Вот, пожалуйста, получите инструкцию. Это же Джоконда. Боже мой. Джоконда — это вот. Ух ты, ты подготовился. А как вы думали? Ах ты мерзавец. А я нет. А я нет. Похоже? Да, это же она. Ну, она тут Мона Лиза. А она на наушниках, конечно, слушает музычку. Да, да, на музычку. Понятно. Кого она, Хедейка слушает, наверное, да? Одно из первых помещений, куда попадают паломники, комната, где умер Леонардо да Винчи. Все воссоздано по знаменитой картине Энгра. Здесь, подогретые общим мистическим настроением и безусловным присутствием духа великого итальянца, посетители музея готовы к любым чудесным проявлениям. Леонардо! Господи! Живое воплощение Леонардо! Вот же он! Меня здесь нет. Вот он! Господи! Чудеса! Последние годы Леонардо занимался организацией придворных праздников, создавал всякие механические чудеса, архитектурные проекты, но почти не рисовал, хотя считается, что именно в Амбуазе он закончил самую известную картину в мире – «Мону Лизу», она же Джоконда. Джоконда. А, вот, смотри. Вот оригинал? Это оригинал, конечно. А вот подделка. Ёлки зеленые, слышишь? Ты видишь? Подделки. Я понял. В замках некоторых из нашей команды, очевидно, самых впечатлительных, захватывало загадочное параноидально-сексуально-мистическое влечение королевским кроватям. Это просто безудержное желание было. Я не знаю, чем оно вызвано. В основном это происходит после заката. Ну, понятно. Ну, это на меня как-то Катюха повлияла, Медичи, понимаешь? А, Медичи, я думал, другая Катюха.
Ну ладно. Леонардо, король Франциск, отдал одно из самых ценных своих владений, связанных для него лично с самыми светлыми переживаниями в жизни. Ну, Франциск же здесь вырос, вот, в этом, да, в этом дворце. Это же его родина. Характерный профиль любимого французами короля мы видели во всех замках, которые посетили. Ну вот смотри, какой шнобель у него. Итальянцы с французами ведут настоящую культурно-гибридную войну за свои права на Леонардо да Винчи. Взаимные выпады историков и искусствоведов сменяются более неприятными действиями, срывами акций, выставок Леонардо и всякой мелочной пакостью. Итальянские националисты, оказывается, есть и такие, упрекают французов в присваивании имени абсолютно итальянского героя. А французы пинают тех в ответ, что, дескать, Леонардо и сейчас ценят во Франции больше. И при жизни он получил здесь полную свободу, комфорт, солидное содержание и звание первого королевского художника, архитектора, инженера, чего в Италии не имел. Яркий местный то ли повар, то ли сомелье, то ли гид, а скорее всего, честный разводила туристов на мелочь, показался нам материализовавшимся персонажем эпохи да Винчи. Доисторический каштан. Да. А это возникает, друзья. Я думаю, стоп, что это огурцы. Хорошо, это огурцы. Сочетаться с чесноком и с вот этим вот перчиком. Прекрасно. А что да? У вас там в кувшинах, уважаемые? В кувшинах у нас молодое вино, белое, красное. Если мы опять же смешаем их, добавим немного гвоздики и корицы, мы получим уникальный рецепт, который пили здесь еще гости Леонардо. Парнишка так не дождался благодарности от практичных путешественников из Харькова. Теперь давайте посмотрим на механизмы избранные. Избранные механизмы да Винчи. Первый танк. Ух ты, ёлки. Массового поражения. Вот я как раз про него и читал, потому что здесь специально умышленно была придумана такая некая ошибка чертежа для того, чтобы без Леонардо да Винчи не смогли собрать его и привести в действие. В подвале замка, а также в парке представлена коллекция экспонатов, посвященных бесчисленным изобретениям и открытиям Леонардо. Насос. Это фактически насос подачи воды вверх. Чего только, большей частью умозрительно, не изобрел великий итало-француз. И велосипед, и многоствольные орудия, и пулемет, и парашют, и вертолет, и дельтаплан, и акваланг, и многое-многое другое. Утомленные культурными впечатлениями, мы отправились в ресторан. Место, где заканчиваются любые экскурсии. Кот да Винчи.